Игорь Вадимович, скажите, пожалуйста, вот сегодня произошло задержание взяточника, можно так сказать. Пока, конечно, суд определяет, но можете сказать, вот как ход операции и как вообще это произошло, откуда такая информация, что вы так быстро оперативно сработали? 18 января возле администрации Кингисеппского муниципального района был задержан депутат Сланского городского поселения Архипов, значит, которому были переданы денежные средства за неразглашение, как с его слов, компрометирующих данных в отношении там, ряда лиц, в том числе должностных лиц администрации Сланского района. Сумма денежных средств, которая была, ну, о взятке там не может говориться речи. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, значит, по признакам преступления 159 статьи, это мошенничество. Значит, сумма переданных денег была 350 тысяч рублей. Понятно. Ну, а он сейчас задержан или он на свободе? В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А можете сказать, вот как вообще сейчас идет последнее время работа именно по коррупционерам, по взяточникам? Вообще есть какие-то такие дела, которые вами расследуются, Следственным комитетом? В 2016 году первое дело. Первое дело? Да. Ага. Ну, а так, в 2016 году. Понятно. Ну а перспективы в работе? Перспективы в работе планировать мы не можем. Понятно. Хорошо, спасибо вам большое. Отношение вот к тому, что в Сланцах вот депутата сейчас взяли, вымогал взятку. Как можете прокомментировать? Да легко могу прокомментировать. Я считаю, что тот же самый Виктор Николаевич Архипов, к сожалению, встал не на тот путь. И насколько мне известно, что, используя свое депутатское положение, неоднократно уже направлял различные письма в органы, начиная от Генеральной прокуратуры, заканчивая УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ставя людей, мягко скажем, в неловкое положение, пытаясь от них получить различные блага. Я считаю, что это совершенно, ну, абсолютно аморальный и преступный путь, тем более, что его голоса были отданы народом на его избирательном участке. Считаю, что с этим надо прекращать, но это, опять же, мое личное мнение, следствие во всем разберется, и поэтому стопроцентной гарантии в его вине или не вине, ну, никто, кроме суда, в наличии или отсутствии его вины, кроме суда, никто дать не может. Тех заявлениях, которые делал Архипов, он постоянно ссылался на то, что его заставляли писать заявление в Генпрокуратуру как Общероссийский народный фронт, так и председатель ЗАГСа Сергей Михайлович Бибинин и депутат Государственной Думы Сергей Валерьевич Петров. Учитывая то, что это действительно важные и в какой-то степени святые имена для Ленинградской области и парламента, в котором я работаю, я считаю, что это клеветнические заявления необходимо было пресечь, поэтому я обратился именно в ФСБ, а не в прокуратуру и не в органы полиции. А это вы обращались, да, чтобы они разобрались? Да. Понятно, спасибо.